Пить или не пить – вопрос для Ивановской области самый актуальный. Не так давно Роспотребнадзор обнародовал результаты всероссийского мониторинга. Согласно исследованию, Ивановская область вошла в число регионов с наибольшим уровнем смертности от болезни органов пищеварения, ассоциированных с качеством воды. Последняя новость – Приволжскую администрацию обяжут обратить внимание на систему очистки. В ходе проверки прокуратурой было установлено, что качество воды Приволжского городского поселения не соответствует санитарным требованиям по мутности и цветности. Кроме того, завышен показатель по содержанию вредных химических веществ, таких как железо и марганец. По итогам проверки прокуратура немедленно приняла меры. Обратилась в Приволжский районный суд о признании незаконным бездействия администрации Приволжского муниципального района Ивановской области по необеспечению организации холодного водоснабжения, соответствующего санитарным нормам на территории Приволжского городского поселения, а также об обязании администрации Приволжского муниципального района Ивановской области обеспечить на территории Приволжского городского поселения организацию холодного водоснабжения, соответствующего санитарным нормам, срок до 1 декабря 2018 года.